приехала в место, которое называется Никола Ключ. Пойдемте, все буду вам показывать. Погодка хорошая, ветерок, правда, только. Пойдем. Тут сразу вход такой интересный. Сувениры. И тут сувениры. Ой, тарелки какие классные. Как я понимаю, все идут с бутылками, потому что набирают воду. Ну, давайте прочитаем. Источник Никола Ключ, памятник природы, охраняется законом, внесем свой вклад в его благоустройство, сохраним для потомков. Ну, пойдемте, посмотрим. Как я поняла, здесь есть купель. Я посмотрела в интернете, я же как сюда попала. В интернете посмотрела, что здесь есть купель. Пожалела, что у меня нет с собой купальника. В крещение я не окуналась. Сейчас посмотрю, что там да как. Если там все закрывается, то можно подумать о том, чтобы найти что-то в машине, чем вытереться, и можно было бы окунуться. Вам, конечно, я это показывать не буду. Всякий срам будет за кадром. Ну, пойдемте покажу, что здесь. Вообще, тут очень близко. Вон, смотрите, сзади видно ворота, а здесь я уже вижу как раз-таки эту избушку с источником. Давайте даже отключаться не буду. Будете смотреть то, что вижу я своими глазами. Приятненько в лесу уже что-то цветет. Ну и народу много, вы же видели, там машины стоят, я подъехала. Там. Видимо, мне кажется, просто по воду приезжают, набирают. Издалека вижу уже табличку, вы вместе с святом. У Никола Ключа студена вода, зато кровь горяча. Вы здесь красоту берегите, как в храме ее умножайте своими дарами. Как-то мне сложно дался этот текст. Прям посреди леса стоит. Люди набирают воду. Ну-ка посмотрим, может, чего-нибудь себе приобретем. Здесь девушка. Я не знаю, здесь можно было снимать или нет. Но я это сделаю, чтобы вам показать. И было написано, уходя, выключи свет. Знаешь, что он где-то по логике вещей включается, но я не вижу. Да нет, здесь только он вверху, окошко, и здесь. Ну и никого я не вижу. Я так понимаю, что здесь просто само по себе стоит. И, наверное, никто ничего не берет. И это радует. Пойдемте дальше. Тут водичку набирают. Вон, видите, как сделано? Водичка. Какая-то тропа. А вот мне кажется, вот здесь купель. Да, нет, пойдемте посмотрим. Ну точно, смотрите, ледяная вода, двери сделаны и купель для желающих оборудована, лавочка, все. Выглядит классно. Там воду набирают, как раз то, что течет, идет в купель. Пойдемте еще посмотрим, тропинка куда-то ведет. У меня же теперь любопытство. Цветочки насобирали. Зато. А что там? Там лес. И вот такая тропинка. И все? Пойдем посмотрим. Все уже были, а мы еще нет. И ручей бежит. Класс. Надо водички попить на обратном пути. Не зря же сюда приехали, святое место. Брата.
Я прям чувствую, что я сейчас в грязь вступлю. Куда без этого? У меня обычно так и случается. Смотри. Ну, и чей-то дом. Ну-ка, пойдемте вон туда посмотрим. Может, там река просвет какой-то, интересно. Не могла я не попить водички здесь. Источник. Как-то повезло, что людей нет. Ледяная, не могу глотнуть. Боюсь начать икать. А вот там за стенкой как раз купель. Отсюда вода течет в купель, там купаются, и дальше ручей, который я вам показала, идет в лес. Стоят, как набирали.